Нашла. Снимаются маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он как замотан в какой-то рулон, как ковер вокруг него, рулон прямо по горло, и он голову вытаскивает, чтобы его полностью не покрыло. Вышла тонкая копия. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Леонида в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Леонида поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Леонида, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит, он показывает на этот рулон, он показывает, что он пытается изнутри руками его разорвать, да. Но у него не получается. А он знает происхождение этого рулона, откуда он взялся? Нет, не знает. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер, просканируй Леонида, разрежь этот ковер, этот рулон вокруг него, отключи его от биополя Леонида и выведи все сопутствующие вместе с ним чипы, датчики, импланты и конвекторы. Приступай. Как в голове это? Они идут. Хорошо, он отключит все. И как все это выйдет из его биополя, силами его намерения отправляя в клетку-тюрьму. Он начнет прыгать, этот рулон как металлический. И от него провода к голове идут с чипами. Клетки он. Так лучше, Леонид? Намного. Хорошо. Сейчас найдем, кто это сделал, и будем с ним уже дальше разбираться. Я полагаю, эта проблема давно существует, и у вас будет желание, возможно, отдать эту боль тому, кто вам ее причинил. Думал, уже никогда не освобожусь. Ну, вы уже попали к нам, все нормально, не беспокойтесь. Даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Леонида под ногами, 360 градусов вокруг него. Три сканера сканирует все семь тонких тел Леонида, находит все. Ну, к рулону притянулся рептилоид и два грея. Отлично. Дальше красный дракон, суккуб и демон. Какой у нас демон? 14. 14. Хорошо. Демон, у тебя есть контракт с ним? Нет контракта. Хорошо. Сколько находишься в этом биополе? 2 года. Понял. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 2,5. 2,5 года. Хорошо. Какой у нас красный дракон, Вера? 37-18. Дракон, у тебя есть контракт с ним? К сожалению, нет пока. И уже не будет. Сколько ты находишься в этом биополе? 13 лет. 13 лет. Целый долгожитель. И рептилоид с двумя греями. Какой у нас репт, Вера? 103. Ты военный? Военный, да. Хорошо. И два грея. Поставим маячки, органические, неорганические. Подожди, сейчас этот рептилоид говорит, что нам нужны военные биороботы. Вам нужны. Греи оба органические. Вам нужны военные биороботы. Понятно. А что вы думаете, что вы их должны получить? То, что вам нужно. Мы не думаем, мы получаем. Ну, видишь. Так и не всегда это работает схема. Вот сейчас эта цепочка раз и прекратится. Сколько ты, рептилоид, находился с греями и этим ковром с подключками в биополе Леонида? 26 лет. А как такое могло случиться? Элементарно. Наращивалась оболочка, цилиндр увеличивался. Соответственно, забирались, отщеплялись биоматериалы, производились био... Копии. Копии. Ой, ужас. У вас контракт есть с ним? Нет. Значит, ни у кого нет контракта. Сканер, просканируй, пожалуйста, сейчас полноту души Леонида на настоящий момент. 83. 17% не хватает. Мы начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Леонида спроецировать все энергетические сети от них, возвращается к ним. У человека существовала неудовлетворенность жизнью, насколько он себя помнит. Кто был причиной? Я смотрю, только рептилоид с Греем могут, так сказать, быть ответственными за это. Это так? Вы давали ему неудовлетворенность в жизни? Многие усугубляли ее, но это его личное качество. Спешка. Спешка. Понятно. А как вы ее усугубляли? Демон усугублял. Демон. Но демон всего 2 года сидит, а до этого, он говорит, он себя все время помнит таким. Цилиндр усугублял. Ваш цилиндр. Понятно. Он понимал, что ему остается меньше биомассы и времени.
спешил от этого неудовлетворенность, не ценит то, что имеет, не обдумывает это, не принимает себя. Леонид ничего не хочет добавить по этому поводу? Знакомо ему это? Он говорит, что некогда мне внутри копаться. Леонид, если вам некогда внутри копаться, эти товарищи будут вашими, постоянно вас преследовать. Одни уйдут, другие зайдут. И вам никогда не будет времени на свою душу. Но я-то задумался о душе на последние несколько лет. А до этого все спешил куда-то. Ну хорошо, делайте выводы. Кто из вас присутствует в квартире Леонида? И всех, кто здесь находится? Все, кроме Суккуба. Рептилоид с Грэмми. Там стоит конструкция в его доме, там, где он спит. Это ваша конструкция, которая отсасывает у него за ночь столько энергии, что он себя чувствует после сна еще большей усталостью, чем до сна. Нет, наши платы стоят в другом месте. Неужели это дракон красный? Конструкция – это наш цилиндр. Хорошо. Красный дракон, твои платы стоят в спальне? Есть платы. В спальне есть? В спальне есть. Ты воздействовал на его сон, то, что он получал огромную усталость? Нет, цилиндр воздействовал. Во время сна? Да, отщеплялись энергии и биомасса. Хорошо. Сканер, просканируй процент биоматериала в его биополе на настоящий момент. Сколько они у него украли? Биоматериал нарастает. Нарастает. Хорошо. Но 17% души пока не хватает. А мы ее найдем. Леонид понимает, что он потерял на настоящий момент уже 17% своей души? Конечно, понимает. Поэтому и здесь 95% биомассы у него. 95 биомассы. Хорошо, значит, 5% находится в копиях. Как с реверсом? Закончится. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Леонид забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Ему возвращается. Биомасса, энергии возвращается. Хорошо, ждем. И цилиндр. Грей, говорят, что вся работа на смарку столько копили, собирали, создавали. Я думал, вы рады нашей встрече. Мы же с вами хорошо знакомы, Грей. Мы нейтрально относимся к таким встречам. Ну, вы же информацию обо мне уже прочитали, просканировали меня. Вы же знаете, куда вы попали? И сколько мы вашей техники уже уничтожили? Не говоря уже, реверс закончился. Не говоря уже о том, сколько из вас мы отправили в межгалактическую полицию. Реверс закончился, а ты переживаешь о столько работы. Хорошо. Итак, демон, скажи мне, где находятся лярвы в его биопуле? То, что они есть, я даже не сомневаюсь. Шея. Шея. Там, где крепление. Спина. Хорошо. Еще где? Ноги? Руки? Нет. Пах. Пах. Затемнение, но не лярва. Ну, это суккуба работа, да? Старался. Они такие. Хорошо, демон, ты хочешь получить эти лярвы? Хочу. Давай тогда выходи, отключайся полностью. Сначала убери то, что ты оставил. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него на ногах от колена вниз. Да. По икре спирали красные, как пружины, снимает он. Как они воздействовали, эти спирали? Пружинили. Пружинили. И что это значит? Во-первых, раздражали, во-вторых, двигаться. Двигаться заставляли. Все понятно, хорошо. Искать. А что искать? Неважно, что главное искать. Хорошо, ну это в принципе... этого и беспокойство. И неудовлетворенность, сам не знает, что ищет. Понятно. Надо знать. Он снял. Демон в курсе. Хорошо, демон, разрешаете забрать лярвы? Забирай все, возвращайся назад. Ничего не забывай, приступай. И затемнение тоже можешь забрать. Он снимает с горла и снимает низ спины. Черные? Да, он говорит радикулит. Радикулит. Вот так оно все проявляется. Все снял. Хорошо. Суккуб, выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Суккубу нравятся усики, он дергается усики. Да он за все может дергать, они такие. Все снял. Хорошо, красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Где стоят платы? Третий глаз. Что ты транслировал ему? Картинки разные были. Угу. Воспламеняющие, как и я. Все и снял. Какую реакцию вызывали эти картинки у него? Мысли. Воспламеняющие? Глубокие. О чем?
глубоко можно думать с подключкой в третьем глазе? О том, что я показываю. Вот я и спрашиваю, что ты показываешь? Будоражащие память и сердце картинки. Это что может быть? Войны? Это что там? Какая тема картины? Пламя. Пламя. Хорошо, он все убрал. Грей, выходите, вытаскивайте все, что еще осталось в биополе. Отключайтесь полностью. Возвращайтесь, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если что-то останется, специально или нет, вы просто сгорите. В ногах подключка у него. В ногах? Да, на щиколотках еще. Грей поставили? Да. Но она как раз соединялась к цилиндру. К этому. Понятно, одна часть крепления. Просто я редко видел, чтобы они внизу что-то устанавливали. Хорошо, все убрали. Сканер, просканируй, сколько сейчас полнота души Леонида? 93. 93%, уже 7 не хватает. А биоматериала? 98. Хорошо, идем дальше. Все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Леонида с рептилоидом и двумя греями, их ковром, красным драконом, суккубом и демоном. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. С него как еще один фантомный цилиндр ушел. Еще один. Хорошо. Готово. Ну, за столько лет вполне возможно. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, Леонид, нам до сих пор не хватает 7% вашей души и 2% биоматериала. Вы хотите их получить назад? Естественно. Отлично. Сформулируйте это намерение. И сейчас я выстраиваю прямой канал от Леонида к частичкам его души и биоматериала на счет 3, 1, 2, 3, где бы они ни находились. И силой намерения Леонид забирает все свои частички души, весь биоматериал, все свои родные энергии, которые находятся вне его биополя. 1, 2, 3. Мощным потоком все пошло назад. У него 3 копии. Ему возвращается все намерение сильное. Он желает этого. Готово? Хорошо. И посмотри, что там с копиями стало. Они опустошены и упали. Хорошо, сканер, сколько сейчас полнота души Леонида? И сколько процентов биоматериала? 100. Отлично, значит, мы все забрали. Сейчас я буду отправлять демона. Вы, у нас дом там, да, Вера? Да. Посмотрю, дом. Отправляй тебя в дом, соберешь все, что ты там раскидал. После этого покажешь мне все порталы в доме, и я потом соберу тебе весь негатив с этого дома в дорогу. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Открывается портал в дом Леонида. 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал. Дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Ли. У меня здесь 2 экземпляра. 1 рептилоид, 2 грея с ковром обмотали рулоном. Украли 17% души и 5% биоматериала. Мы это все вернули. 26 лет они сидели. И красный дракон у меня 13 лет сидел. Тебе кто-нибудь интересен из них? Рептилоида и грея забираем. Конструкцию уничтожить, дракона отпустить. Хорошо. Дракон еще должен убрать все, что он в квартире оставил. Под конструкцией открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Красный дракон, я тебе открываю сейчас портал в дом. Ты соберешь все, что ты там оставил, и дожидаешься меня. Ты понял? Да. Открывается портал в квартиру Леонида. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что принес, и уходит в этот портал. Дожидается нас. Готово. Хорошо, идем дальше. Рептилоида забрали с Грэмми, да? Да. Хорошо. Клетка должна быть пустая. Пустая. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Леонид, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Наполненным. Очень понравились мне энергии и активация души. Отлично. У нас остались 10 вопросов, ваших вопросов к вашему куратору. Сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики.